Сегодня водителям пришлось изрядно понервничать, стояв в большой пробке на Северной. На одной из основных магистралей города в течение 4 часов было парализовано движение сразу из-за 2 аварий. В 7:30 утра на пересечении с Ливаневского произошло массовое ДТП. Столкнулись 5 автомобилей. На кадрах, снятых камерами ИДДС, видно, что красная иномарка выезжает на Северную. В этот момент на огромной скорости в нее врезается кроссовер и сносит ей передний бампер. Паркетник выбрасывает на встречную полосу, где он врезается еще в 2 легковушки. Одна из них по инерции катится назад и сталкивается с еще одним участником дорожного движения. В аварии пострадали только машины. Усугубила ситуацию другая авария, которая произошла через 30 минут буквально в паре кварталов. На Северной и Костылево не поделили дорогу 2 автобуса. Они слишком близко приблизились друг к другу и зацепились зеркалами. Пассажирам пришлось пересесть на другой транспорт.